Всем привет! С вами Снежана. И вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам покажу, как сделать новый тренд в лайке. Это когда вы стоите, а по бокам вашего видео появляются черные рамки. И вы легким движением их отодвигаете. Вот так. Давайте посмотрим пример. A body has been discovered! Let's rave. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy. Ну что, а теперь начнем. Нет. Для начала подпишись на меня в Ютубе и на меня в лайки. А теперь погнали! Вообще. Второе. Снимем видео в лайк с заранее подготовленными движениями. У меня это двигаю рамки, делаю пузырик и поднимаю картинку вниз, вверх, в сторону. Монтировать я буду в KineMaster. Она подходит как и для iPhone, так и на Android. Ну что, погнали! A body has been discovered! Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, нажимаем на медиа, All, выбираем наше видео, которое мы только что сняли, вот оно у нас, нажимаем на Layer, фото, выбираем черный фон, вот он, переворачиваем его. Вот тут где-то можно еще чуть-чуть изменить. Выделяем наш фон, нажимаем на три точечки, нажимаем дубликат. Наш фон дублируется. Переносим его на вторую сторону. Переносим наш фон на самое начало. Ищем тот момент, где я должна подвинуть эти черные стенки. Разрезаем там наш черный слой, один и второй. Потом уменьшаем это до маленьких размеров, ну примерно вот столько. И второе. Теперь посмотрим, ровно ли у нас все стоит. Если у нас не ровно стоит, подравниваем.
плюсик и убираем черную стенку. Вот так. Давайте посмотрим. Получается очень круто. Нажимаем на настройки и делаем так, чтобы наша музыка не была тихой в конце. Теперь можно сохранять. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No sense. И еще раз на стрелочку и save видео. Заходим в Magic Photo, ищем эффект пузырика, вот он, нажимаем на стрелочку, потом нажимаем на картинку. Выбираем видео и добавляем наше видео. Нажимаем снимать видео. И в нужный момент клацаем по экрану, чтобы там появился пузырик. Вот тут. Это видео потом само сохранится. Выходим. Заходим в Noisy, нажимаем видеоредактор, выбираем наше видео, вот оно, нажимаем далее, выбираем эффект, выбираем транзишн. Выбираем эффекты транс и добавляем вот здесь. Я добавлю вот такой вот переворот. Здесь я добавлю line 2 и horizontal. Я добавила. Нажимаем на галочку. Далее. И нажимаем на стрелочку. Save. Наше видео сохранено в альбом. Заходим в лайк. Нажимаем снимать видео. Нажимаем создать. Выбираем наше видео, которое мы только что смонтировали и наложили эффект. Увеличиваем его до нужных размеров. Нажимаем продолжить. Продолжить. Пишем хэштеги. Жирный снежок, видео популярное, лайк. Ну что ж, ребятки, на этом все. Я очень рада, что я смогла вам рассказать про новый тренд. Обязательно снимайте такие же видео и пишите хэштег Снежана Снежок. Мне будет безумно приятно вас лайкать. А теперь вы поставьте мне, пожалуйста, лайк, потому что я очень старалась для вас. И подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А мы с вами увидимся в следующих крутых видосах. Пока-пока!